Вообще я упорный, не от слова порно. Я хочу собрать вот этот артефакт, меня к нему не подпускают. И потом я тебе хочу сказать, что вот этот щелкает, да, вот. То есть пока ты не вляпался в саму вот эту аномалию, пока ты в нее не вляпался. А и визуальное тоже видно. Здоровье не тратится, а вот радиация, вот это по-настоящему хреново. А вот хорошо. Вот это хорошо. Она почти внутри находится. Может, болт в нее кинуть? Видишь, это... Почти она в ней. Ладно, по крайней мере, я ее собрал. Уходим отсюда, уходим. Сейчас примем... давай, в смысле, даже не аптечку примем, а что-то похаваем. Бинтики. Выпьем водки, допустим. А, она ничего не дает. Давай батон съедим. Что тут еще можно у нас? Это какой-то комплект чего-то, непонятно чего. Здесь у нас всякие эти артефакты на продажу. Получается, только бинт остается брать. И 5 аптечек. Маловато. Сохранимся. Так, и смотрим, что. Ага, там солдатня ходит. Живая. Как бы я уже сюда ведь... Я уже здесь ходил. Ну, давай посмотрим. Вот смотри, я открываю. Вот я смотрю не в ту сторону. А вот если я смотрю в эту сторону, тоже не в ту сторону. То есть мне надо... Чё надо сделать? Меченый, ну, понятно. А вот так? А вот так? То есть вот, получается, надо... Надо всё-таки двигаться в этом направлении. И исключительно по дорогам. Там забор, через забор перелезть невозможно. Подорвать его тоже, я думаю, невозможно. Даже пытаться не стоит. Абсолютно. Это вот у меня край комнаты виден, если что. Давай откроем. Опять я не туда иду. А если вот так? Вот так прямо? Не, ну по идее тогда давай возвращаемся через дорогу. Ну а как еще? Сейчас мы этого тогда грохнем, который там на дороге стоит. Он там, походу, дело один. Не может быть, чтобы их там было много. Сейчас мы его грохнем, и можно будет сохраниться и уже потом начинать дальше играть. Надеюсь, это сохранение как бы через сутки или хотя бы до этого вечера оно доживет. Так, сколько их тут? 3 человека. 3. Плохо. Что тревога? Такого расстояния вряд ли, конечно, его состуню. А, есть, хорошо, отходим. Блин, собака. Может, не связываться с ними, я не знаю. Ладно. Кстати, вот мне нравится, что когда ты сдох, можно обозревать. Ты такой лежишь, такой намек на тот свет. Это неплохо. Ладно. Вечерком сегодня еще, или как будем пытать счастье? Именно пытать счастье.